небо в огне сгорает. Сейчас там работает спецназ. Этот кишлак под Хашемом ходит. Нормальное задание. Самолет сбил Сардар, это телохранитель Хашема. Ну, мне кажется, что это фильм патриотический. Мне кажется, что это фильм про личный героизм. Просто эти люди считают, что патриотизм – это только то, что сопровождается барабанной дробью и фанфарами. Им кажется, что патриотизм – это когда один герой убивает 5000 афганцев. По нашим данным, летчик катапультировался вот в этом районе. Выслали группу вертолетов. Что ошибка не только в названии фильма, но и в том, что Лунгин не прочувствовал вот эту очень сложную материю боевых действий и военной обстановки. При этом он не понял это как режиссер-творец и не советовался с военными консультантами, которых у него должно быть достаточно много. Война с маджахедами будет продолжаться до победного конца. Вы уйдете, а война продолжится. Потеряли, Васильева нет. Фильм на самом деле очерняет историю 40-й армии и никакого отношения не имеет к 30-летней годовщине вывода войск из Афганистана и не может просто по своей сути выйти в прокат 9 мая. Я не ожидал такой реакции, тем более, что фильм сделан по реальным событиям, и моим соавтором, и моим другом в этом фильме был генерал армии Ковалев, который сам служил в Афганистане, воевал там. Засыпай! 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 Засыпай!